Астанинский «Барыс» одержал победу над Ханты-Мансийской «Югрой» в последнем домашнем матче в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Астане, закончилась со счетом 4-3 в пользу хозяев ледовой площадки. Первыми счет открыли астанчане, затратив на это 49 секунд после стартового вбрасывания шайбы. В команде хозяев шайбу на свой счет записали Роман Старченко, Михаил Рахманов, Брэндон Баченский и Николай Антропов, вернувшийся на лед после травмы. Таким образом, астанчане прервали победную серию «Югры», которая насчитывала 3 матча. Отметим, «Барыс» обновил свой рекорд по результативности в регулярном чемпионате КХЛ. После победы над «Югрой» в активе астанинской команды стало 177 шайб, на 2 больше предыдущего достижения. Добавим, что рекорд КХЛ в регулярке составляет 203 шайбы. «Барыс», набрав 94 очка в 50 играх, занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.